Друзья, всем привет! С вами Антон, HR On Group. Как ваши дела? Друзья, к нам в гости пришла Алия. Алия, привет! Здравствуйте всем! Алия сегодня нам расскажет про жизнь в Польше, поделится своими впечатлениями, как она проводит время, где работает, что делает. В общем, такой расскажет про свою жизнь в Польше. Из какого ты города, с какой страны, сколько ты уже здесь находишься? Я сама прилетела с Кыргызстана, город Бишкек, это столица. А здесь я нахожусь около полгода. Нравится тебе здесь? Да, нравится. Как ты работаешь, где работаешь? Я работаю в заводе. Я упаковываю сладости, конфеты в обертки. В общем, эта работа совсем не сложная. Ну, я работаю в день по 8-10 часов, не больше. И иногда могу по субботам еще брать дополнительные часы, потому что сейчас же все равно закрыто все. И выходные зря не тратить. Вот в субботу я работаю. А зарплата очень хорошая. Сейчас я как бы накапливаю деньги. Скажи, пожалуйста, как коллектив на работе? Много ли русскоговорящих? Ты работаешь в основном-то с утра или только по вечерам? Там, то есть как у тебя по субботам, по воскресеньям? Ну, коллектив у нас очень дружный. Ну, люди такие приятные. Там в основном молодежь. Примерно мои же однокурсники, друзья, знакомые есть. И русскоговорящих много, потому что многие из них с СНГ. А где ты живешь? Снимаешь квартиру? Там с кем и как проживаешь? Где здесь? Я здесь снимаю квартиру. У нас однокомнатная квартира. Я живу вот с подружкой. Мы вместе с ней работаем. И, то есть по стоимости все, ну, получается, и квартиру снять, и еще отложить, то есть, да? Ну, все хватает. Квартиру мы спокойно закрываем. Ну, мы, как бы, получается, на два делим. На продукты, на жилье. Польский как за полгода? Подтянуло, не подтянуло? Может, какие-то курсы ходишь? Польский у меня такой базовый. Могу объяснить, что мне нужно, или спросить какой-то вопрос. А так, вот так прям вести беседу, нет, пока не совсем. Но я думаю, в скором времени уже улучшится. У тебя еще какие-то планы на учебу есть? Да, мы с подружкой подумали, что мы вот сейчас поработали, нам все очень понравилось. И здесь можно еще также поступить бесплатно на всякие учебные заведения. Мы подумываем податься на них. Ну, после того, как все откроется. А ну, с работой будет получаться совмещать? Я думаю, да. Спасибо тебе большое за такое интересное интервью. Мне было приятно с тобой опять встретиться. Вот, скажи, пожалуйста, давай пожелания нашим ребятам, нашим подписчикам, и будем уже с тобой прощаться. Хорошо. Ребята, я советую вам всем обязательно сюда прилететь, потому что я ни разу не пожалела, мне здесь все очень сильно нравится, и более того, я планирую здесь остаться. Поэтому прилетайте обязательно, и желаю всем всего хорошего. Спасибо тебе большое, я был рад тебя видеть. Друзья, мне даже нечего добавить, все сказали. Приезжайте к нам, мы вас ждем, мы поможем найти вам хорошую работу, мы поможем вам благоустроиться здесь, найти себя, реализовать себя, и все будет хорошо. Всем пока, друзья, до новых встреч!